Конечно же, волнение испытывали все. И те, у кого опыт в подобных соревнованиях уже есть, и те, кто принял участие в турнире впервые. Но даже несмотря на легкие переживания, некоторые новички сумели уложить на лопатки более опытных соперников. Я занял первое место. Хоть шел на соревнования первый раз. Я доволен очень этой битвой. Она была очень захватывающая. Противник был очень сильный, мощный. Но несмотря на это, я его победил. Побороться за звание лучшего бойца собрались юные спортсмены из Нефтекамска, Колтасов, Ташкинова, Энергетика и Амзи. В общей сложности 150 бойцов, младшему из которых всего 4 года, а старшему 11 лет. А чтобы вдохновить юных спортсменов на новые победы, было решено наградить всех победителей. Детский турнир. Здесь как бы 7 призы. И первое, второе, третье, 2 третьих места. Призы всем, медали, новогодние подарки, грамоты, дипломы. Для юных спортсменов этот турнир – возможность показать себя и оценить соперников. А вот для их тренеров это способ увидеть воспитанников в деле, оценить их ошибки и понять, над чем необходимо работать, чтобы вырастить из них настоящих чемпионов. Марина Медвинская, Никита Кабанов. Информационная программа «Ежедневник».